Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 12. Выполни действие. 4,5 прибавить 2,4. Складываем целые части. 4 плюс 2. Получаем 6. Складываем дробные части. 5 девятых прибавить 4 девятых будет 9 девятых. Дробь, у которой числитель равен знаменателю, равна единице. 6 плюс 1 получится 7. 8,3 прибавить 1,4. Складываем целые части. 8 прибавить 1 будет 9. Складываем дробные части. 3/5 прибавить 4/5 получится 7/5. 7/5 – это неправильная дробь. Из данной дроби выделяем целую часть. 7 делим на 5 будет 1 и 2 в остатке. То есть 7/5 – это 1,2. 9 прибавить 1,2, мы получим 10,2. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.